Всем привет, народ! С вами снова Рик, снова Far Cry, и мы продолжаем наши миссии. Значит, я тут поразмыслил, подумал и понял, что нам не хватает, то есть нам надо бы сделать кучу всяких вещей, создать предметы, все дела. Вот, у меня нету ни бумажников, ни рюкзак. Рюкзак бы увеличить. Короче говоря, на что я намекаю, нам надо бы пойти поохотиться. Вот они, наши квесты на охоту. Прямо скажем, насколько я знаю, и вообще из того, что я немножко пока что изучал об игре, это я знаю, что квесты на охоту, они относительно скучноватые. Ну, посмотрим, как это все пойдет. Пара медведей. Покалечила. Необходимо убить их, используя предоставленный дробовик. Ого. Ну, пойдем охотиться на медведя. Медведей, точнее. Короче говоря, если это действительно будет все достаточно скучно, я либо это обрежу, либо просто охотиться я буду, не записывая видео. Я думаю, это будет лучше. Но, опять же, если вам понравится, смело оставляйте комментарии. Если хотите. Так, что путь охотника? Как нам пройти надо вообще? Сюда. Тут вот что-то можно проехать как-то. Чувствую, сейчас это будет очень-очень большим фейлом. Все это закончится. О, мой бог, стоп удал. Ладно. Понятно. Приехали. Понятненько. Успехом не назовешь. Ну ладно, так пробежимся. Что это было? А, это... Понятно. Так. Вот это заменим на дробовик. Что осталось живот? Что это за звук? Ладно. Так, что у нас тут? Лут. Это что? Бумажник полон. Блин. Ёлки-палки, бумажник полон. Твою налево. Так, ладно. Нам далеко вообще до них идти, нет? Не особо. Ну, погнали. Перезарядим на всякий случай. А, это что, пещера? О, блин. Ну, вот он, медведь. Первый. Бум! Бум! Гималайский медведь. А, вот, наверное, фермер. Шкура медведя. Ты тут, косолапый? Ты тут. Ну, казалось проще, чем я думал. Алмаз. Отправляй здесь в лесной поселок. Все, типа назад. Ну, в общем-то, давай так и сделаем. Сейчас посмотрим, во-первых, мы можем что-нибудь создать, теперь нет. Создание предметов. Это я и так знаю. А это что? Перевязи для горючего? Нет, это все не то. Понятно, короче говоря. На медведи нам особо идти охотиться не надо было явно. Ну ладно. Так, давайте быстренько ускорим этот процесс. Нам же сюда надо было, надеюсь. Так. А я все, оно у меня сдалось, правильно? Больше нам тут делать нечего, вроде как. Вот тут еще. Тоже какое-то задание. Так, ладно. Значит. Что мы можем купить?
Во-первых, давайте пополним боеприпасы. Во-вторых, пистолеты, пулеметы. Это можем купить МП5 или дробовики. Нет, штурмовые винтовки. Это у нас и так есть. Снайперские винтовки. А, у меня на это денег не хватает пока что. Пулеметы тоже самое. Гранатометы, я думаю, то же самое. Так, а что там еще было? Еще пониже. Эксклюзивное оружие. В гранатометах что у нас все-таки есть? Нет. Снайперские, это я уже видел. Ёлки-палки, надо шли их отмечать, чтобы не пропадали. Эксклюзивное оружие. Чем нам ракетница? С помощью ракетницы можно что-нибудь поджечь, состояние убить врага или отвлечь его. Однозарядное оружие, понятно. Так, короче говоря, раз уж у нас такие дела с деньгами, так у нас их прямо много. А на Магнум, можно купить обвески. Так, ладно, короче говоря, купим, наверное, все-таки МП5. Ибо по сравнению с моим точность у него поменьше, конечно. Ну ладно. Давайте потратим денежек. И возьмем вот сюда. Только мне нужно теперь еще обвески. Блин, а денег-то на обвески нету. А может быть и есть, кстати говоря. Быстрая продажа. Еще что я узнал, это то, что вот эти все листы, которые я подбирал, на самом деле глупая идея их подбирать так. Потому что он очень быстро засоряет инвентарь. Поэтому мы их сейчас частично продадим. Пунцовый, зеленый. Ну, зеленый у нас уже один есть. Еще один продадим. Опять пунцовый. Янтарный. По одному оставим каждого, а там уже видно будет. Зеленый вроде как у нас для аптечек наших нужен, правильно? Белый, зеленый. Зеленых у меня дофига явно. Белый. Ой, блин. Это все побыстрее нельзя было сделать. Так, шкура варана. Изготовить снаряжение. Ну, что это такое? А, понятно. Так. Ладно, МП5 у меня, конечно, есть, только оно вообще не экипировано, правильно? Тогда все-таки пока что возьмем вот эту вещь. Экипировать. А когда уже МП5 обвесим, будем смотреть. Так, ладно. Эй, не туда. Вот сюда. Что у нас тут? Еще какая-то побочка вроде, да? Шик, у нас вот такое висит. Делаешь ставку. Ты берешь 5 ножей, я беру 5 ножей. Я бросаю в цель, ты бросаешь. Побьешь мой счет, выиграешь, окей? А почему он по-русски говорит? Интересно. Ну ладно. Новичок, ну давайте попробуем. Черт! Эй, повнимательнее! Понятно. Это у меня что, что ли, Steam обновил его сам без моего ведома, чтобы по-русски начал разговаривать? Ну окей, окей, я понял. Оп.
Прикольная мини-игра. Неплохо. Неплохо, гораздо лучше, чем ты. Твою мать! Почти. Упс. Ты выиграл. Так, понятно. Еще раз? Нет. Так. Судя по всему, наконец-то пофиксили ту проблему, о которой я вам рассказывал в самом начале. Вставили русский язык и русскую озвучку, поэтому даже просто какой-то NPC, который предложил мне ножи покидать, уже начал материться как сапожник, что меня немножко удивило. Ну, я поменял все обратно, как бы я вам уже объяснял, что, пожалуйста, не просите меня делать все по-русски. Как бы я полагаю, что я и так объясняю всю суть игры достаточно успешно, а выслушивать мат на русском я до такого еще, так сказать, не дожил в своей жизни. Так, ладно, значит, мы уже, как вы только что видели, били медведей. Охота на за головами. Нам бы еще, конечно, можно было пойти поохотиться. Вот тут у нас что-то есть, путь охотника. Ну давайте сюда сходим, это еще сделаем. А там уже продолжим по миссиям, надеюсь. Так, тут у нас делали. А, блин, почему мне это МП-5? Я же вроде другое ставил. Ну ладно. Стаю бешеных собак. Ага, я знаю один прикол про этот квест. Я читал как-то и видел на канале у Джесси Кокса. Короче говоря, с этим квестом есть баг очень забавный. А именно заключается он в том, что там будет 5 собак. Но бывает так, что спавнится только 4. О-о-о-о! Стоять. Кого вы тут убили? Кабана, который наполовину в земле. Интересно. Земной кабан! Новый вид. Так, ну ладно, продолжаем. Значит, еще кого-то там убили. Ну, похоже, что они с них снимают сами шкуру, поэтому особого смысла нету. Кстати говоря, вот тут, по-моему, есть свиньи, если я не ошибаюсь. Свиньи мне нужны для того, чтобы сделать еще один кошелек. Так, дробовичок опять нам дают. Пойдем сейчас быстренько проверим, что у нас тут есть. Мы это место вроде как чистили, но мало ли, может быть, оно тут все респаунится по новой в какой-то момент. Нет. Похоже, что нет. Ладно. Так, пойдем за собачками. Так, что у меня там было? У меня вроде какие-то были эти. Так, я уже слышу собак. А, вон они. Ладно, сразу же их. Да. Снимаем шкуру с земли. О, двоих одним выстрелом. Круто. Нет, одно осталось. Ха, четверых я, что ли, убил одним выстрелом. А, да, точно, вот на четвертое. Собаки. Получилось ли что просто? Стоять! Эй! Блин! Ну! Это еще что такое? Чего-то не могу тебя снять с тебя шкуру. Ладно, фиг с ним.
Так, ну и что, я могу что-то теперь создать? Son of a bitch. Все впустую. Хрена мне тогда это изначально нужно было вообще? Чтобы денег, что ли, подзаработать? Они мне и так, блин, навалом. Шкура свиньи. Шансы. Ой, ёлки-палки. Ну ладно. Так, куда теперь? И что теперь? Вот есть что-то тут у нас интересненькое. Это у нас что такое? Бамбуковая поляна. Ха. Испытание ракет. Охота за головами. Ну, в принципе, мы вот отсюда достаточно близко. Давайте уж сходим, сделаем чубыни. Так, только мне бы... Да. Да. Упс! Вау! Пардон. О, это коза? Стоять! Где-то еще одна была только что. Да, вон она. Стоять! Стой, сволочь! Даже лук доставать не буду. Ну? Стоять! Стой! Stone Cold Killer. Шкура козла. Пойдем вот тут заберем еще сейчас. Это еще что за звук? Где тот козел? Друг или враг? О, ёлки-палки! Что за... Какого хрена? Упс, я кинул гранату случайно. Или нет? А, это камень был, точно. Камешки. Здорово, други! Так, куда козел делся? Еще один. Они что, пропадают, что ли? Это, блин, отстой. В таком случае, я же его прямо на земле вроде где-то убил, нет? Может вообще вон там где-то? Опять эти звуки. О! Снимаем шкуру с земли. И опять я ничего не могу сделать. Да что ж ты будешь? Отправляйтесь в лесной поселок. Не, ну блин, это не круто, серьезно, какого фига, я убил козла, что его уже какой-нибудь, не знаю, абориген подбежал и сразу же забрал к семье на обед? Что за дела, ёлки-палки? Так дела не делаются. Да, это, блин, печально. А, ладно, так... Может быть, я теперь могу что-то делать? Это все. Нет. Супер. О, кто это был? Блин, в дом забежал. Хм!
если еще один варан или какого. Ну да. И еще один. Вот тут немало оказалось. Я такое ощущение, что эту шкуру мы просто продавать будем. Раз я, у меня уже так много, я до сих пор ничего не могу с ней сделать. Ага! Нашел тебя все-таки. И все равно ничего не могу сделать. О! Простая гранатная сумка. Нахрена мне гранатная сумка? Ёлки-шпалки. Еще какой-то звук. Черепаха. Ну вот эти черепахи, я так сказать, сам знаю, что даже если снять с них их панцирь, его можно просто продать за 10 баксов, поэтому... А! Мой бог. Ах ты, сволочь. Я сейчас... О! Блин, нифига себе, как они больно бьют. С ума сойти. Кью. Что-то я как-то не ожидал. Будь убитым вараном. Это как-то не очень перспективно. Так, ладно. Дела делами. Пора бы нам уже и... Опять я кого-то слышу. Опять я кого-то слышу. Что, на крыше, что ли? Я не знаю. Или они тут спаунятся со скоростью 5 секунд. Живите местом доктора... Пират убивает местного жителя. Убейте его ножом. Ну окей. Убейте его ножом. Так, а куда? Нифига себе! Вы что, прикалываетесь, что ли? Круто. Ладно. Танцуй в такт, сволочь! Так, там, по-моему, сейчас будет огромное количество наших врагов. Если я не ошибаюсь. Еп! Точно! Сейчас я собью собаку нафиг. Стой, собака! Бам! Ну, сама на меня летела, сволочь такая. Промазал. О, мой бог, сейчас я умру нафиг. Ау! Хилимся. Так. Далековато будет. Ау! Я нифига не попал, да? И сейчас тоже. Понятно. Что у меня, а-ля Джон Рэмбо бежать прямо на них с криком «Бонзай»? Опять хилимся. Как они так хорошо попадают? Вот палки. Нужен прицел. Нормальный, срочно. Может их просто сбить нафиг, раз они уж так теперь вылезли. Бам! Вот а что, это мне их надо было убить. Понятно. Печально.
Спасибо за просмотр. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые. А также лайкайте и комментируйте, если у вас есть такое желание. Еще раз спасибо за просмотр. С вами был Рик. До скорого.